Ну, обычно у нас канал что попало, там одна порнография в прямом смысле, что идет. Я такое не смотрю, к сожалению. А вот какие больше всего раздражают и почему? Ну, всякие Малаховы там раздражают, Дом-2, вот наподобие. У нас в основном такие, к сожалению, стали на телевидении канала. Animal Planet, вот это уже исторически очень интересно. Исторически очень интересно. То есть они про наше государство, это тоже интересно смотреть. А вот есть сегодня какие-то передачи, которые не нравятся, раздражают, вы их выключаете? Да, есть. Это передача Первого канала про политику. Потому что навязывание мнения Первого канала слишком такое сильное идет. Ну и плюс хочется своих проблем, проблемы России. А там какие проблемы этого канала? Как правило, по-моему, Украина, США, а нам охота свое. Мы в своей стране живем, и у нас этих проблем выше крыши. На телевидении люди щелкают каналы, и везде показывают одно и то же. То есть, кто заплатил, тех и показывают. Да. А на Ютубе просто... Ты можешь найти да, то, что тебе нравится. По сходной тематике. Почему сейчас не смотрит молодежь телевизор? Ну, в основном, потому что неинтересно. Что именно там неинтересно? Неинтересно, в основном, это то, что... В основном там сейчас транслируют всякие сериалы русские, либо новости. Но это в основном мне так и не интересно. Наши программы все заточены, чтобы человека посильнее, еще посильнее спихнуть. Вот все Малахов, Гордон, все, чтобы не помочь ему подняться, а опустить поглубже. А есть вот передачи, которые вам больше всего нравятся? Может быть, это развлекательный лист? Есть. Познер. Единственная передача, где честно. Смотрите ли вы телевизор? Я нет, не смотрю. А почему? А времени не хватает. А свободное время интернет. Там, скорее всего, больше правды. На телевидении больше все, скажем так, красиво преподают людям. Но в Ютубе как есть все. Я не смотрю уже больше 10 лет. Ну, потихоньку отошла и все. Оно очень много времени поглощает. Поэтому... Когда я, например, раньше там могу 2-3 часа посмотреть, а потом я понимаю, что как я была 3 часа назад, там что-то не сделала, что-то не прочитала, так оно и осталось. И зачем?